Всем привет! Давайте покажу вам, расскажу про новый агатион Валакаса и драконьего яйца, который ждет нас в ближайшей акции. Расскажу, какие бонусы, шансы, цены и так далее. Все в этом видео. Итак, поехали. Значит, в Корее эта акция была в сентябре. К нам она приедет в мае. После акции с венцами и эпик-точками. Вводят новые два агатиона, драконьего яйца и агатион Валакаса. Собственно, это по сути агатион, который будет носиться вместо бесполезного агатиона там, прочелы на скорость атаки. В магазин будут добавлены лутбоксы за 240 L монет, с которых будет с определенным шансом выпадать разный дроп, но шанс выпадения этого дропа очень низкий. И гарантированно с лутбокса будет падать один агатион драконьего яйца. И с 99,5% шансом будет падать купон на обмен агатиона. Это старый купон, который меняется на Игнис и так далее. То есть, грубо говоря, за 240 L монет вы будете получать один агатион драконьего яйца и один агатион старый. Бонусы, которые дает агатион драконьего яйца, зависит от уровня заточки. Значит, шансы заточки у нас 100% точно такие же, как и у старого агатиона, 100% на плюс 3. 65 на 4, 50 на 5, 35 на 6, 24 на 7, 17 на 8, 14 на 9 и 8 на 10. Эти агатионы увеличивают немного маг-защиту. Собственно, вот в этой колонке можно посмотреть от 35 до 59. Скорость атаки от 2 до 150, скорость магии от 2 до 150, физ-атаку от 2 до 700, маг-атаку от 2 до 700. Начиная уже с 4 уровня модификации, увеличивает шанс всех критических атак на 1%, на 10 на 8%. А также, начиная от заточки на плюс 5, уменьшает урон от умений атакой по области по вам на фиксированное значение. Начиная от плюс 7, агатион драконьего яйца дает вам бонус минус получаемый урон минус 1% на плюс 7, минус 4% на плюс 10. И плюс 9 агатион прибавляет еще силу всех крит атак. Плюс 10 прибавляет 3% силы всех крит атак. Что можно сказать? Достаточно неплохой бонус для какого-нибудь лоу-буст чара, если сделать 7 агатион и добавить себе 260 физмагатаки, особенно на СБ, это можно немножко будет почувствовать в ПВЕ. Также шанс крит-атак добить до капа магического крита. Для физиков, считаю, неплохо, прибавка 4-5%. Основная масса, конечно, будет где-то в этом районе вот иметь эти агатионы и немножко подбуститься. Как получить агатион Валакаса из агатиона драконьего яйца? Сначала нужно заточить агатион драконьего яйца минимум на плюс 9. Дальше есть несколько вариантов. Вы можете с помощью невероятного усиливающего камня заточить агатион драконьего яйца плюс 9 на плюс 10. То есть при использовании невероятного усиливающего камня агатион драконьего яйца плюс 9 не ломается, и есть вероятность, что вы сделаете плюс 10. Шанс успешной модификации плюс 9 агатиона драконьего яйца с помощью невероятного усиливающего камня 1%. То есть приблизительно вам нужно будет 100 невероятных усиливающих камней использовать на плюс 9 агатионе драконьего яйца, чтобы получить плюс 10 агатион драконьего яйца. И дальше, имея плюс 10 агатион драконьего яйца, у вас есть два варианта продолжения событий для получения
Агатиона Валакаса. Вы можете плюс 10 агатион драконьего яйца с помощью того же невероятного усиливающего камня засинтезировать в агатион Валакаса с шансом 0,5%. То есть вам нужно 200 невероятных усиливающих камней для того, чтобы сделать из агатиона драконьего яйца плюс 10 агатион Валакаса. Или вы можете получить агатион Валакаса из двух плюс десятых агатионов драконьего яйца с помощью синтеза. Шанс синтеза 50%. То есть при неуспешном синтезе у вас остается из двух агатионов драконьего яйца один агатион драконьего яйца. При успешном синтезе из двух агатионов драконьего яйца вы получаете агатион Валакаса. Итак, когда вы получите агатион Валакаса, максимальная заточенность этого агатиона плюс 5. Бонусы, которые дает агатион Валакаса, вот отображены в этой таблице. Плюс нулевой агатион Валакаса дает магической защиты 75 по 150 скорости физмаг-атаки. Шанс всех крит-атак плюс 10%, получаемый урон от умения атакой по области минус 1,2%, получаемый урон минус 5%, сила всех крит-атак 5%, мощность всех умений 2%. Шанс модификации агатиона Валакаса на плюс 1,50%, на плюс 2,30%, на плюс 3,20%, на плюс 4,10%, на плюс 5,3%. Если заточить агатион Валакаса до плюс 5, то на каждом этапе заточки будут увеличиваться его бонус-характеристики, такие как сила крит-атак всех умений, мощность всех умений, получаемый урон по вам, а также шанс всех крит-атак. На L2 Централе указано, что увеличивает агатион Валакаса параметр физмаг-атаку на коэффициент, а на корейском сайте указано, что сила физмаг-атаки увеличивается на фиксированные значения. Какое из этих утверждений, как расшифровать, я пока не понимаю. Также у агатиона Валакаса есть умение, которое срабатывает с определенной вероятностью в зависимости от заточки вашего агатиона. Оно называется Рев Валакаса, срабатывает с 0,5% вероятностью на плюс нулевом агатионе Валакаса и с 3% вероятностью на плюс 5. Оно наносит фиксированный урон по цели от 2 до 7 тысяч. Итак, давайте посмотрим на лутбоксы, которые продаются по 240 монет в магазине L, с которых будет выпадать 100% один агатион драконьего яйца и один купон агатиона старого. Вот, собственно, 30 штучек мы открываем. 30 штучек это 7200 монет. И как видим, с 30 штук мы получили ровно 30 купонов на старый агатион и 30 купонов на агатион драконьего яйца.